выбрали номер класса полулюкс. Сейчас мы сразу оказались в гостиной. Гостиная очень удобная, светлая и такая по-домашнему теплая. К вашим услугам телевизор, мягкая мебель, есть стол, за которым вы можете провести приятный вечер. Ну и, конечно же, трюмо для наших дам. Смотрим комнату первую. В первой комнате мы с вами можем увидеть две удобные кровати и шкаф, где вы можете сложить свои вещи. Комната вторая. Вторая комната у нас немножко побольше и попросторнее. Есть три удобные кровати, кресло, ну и, конечно же, шкафчик. Есть выход на балкон, где вы можете полюбоваться территорией базы отдыха, либо понаблюдать за соседями. Через балкон мы с вами сразу же оказываемся в комнате номер три. Здесь к вашим услугам две удобные кровати.